Всем привет! Сегодня у нас с вами прогноз на день, а именно на 9 июля 2024 года. Давайте посмотрим, какая карта нас ждет. Девятка – это число Марса. Она может проявляться как активность, движение, передвижение, да, по городу. В том числе она всегда в действии, всегда очень активна и всегда хорошо проявлена. Но в минусе в Марсе – это, конечно, агрессия, жестокость, да, вспыльчивость, можно сказать так. Давайте посмотрим по картам Таро, какую карту достану сегодня я. Итак, число дня. 9 июля 2024 года. О, карта Фортуна, колесо Фортуны, которое активно движется, да, как я и говорила, в одну сторону, то в другую сторону, да. Это здоровская энергия, надо не пропустить в этот день Фортуну, а Фортуна это у нас что? Это у нас успех, это у нас удача, да. Сегодня выпала карта дня, колесо Фортуны, радуйтесь, вас ждет удача, могут произойти какие-то положительные события, которых вы давно ждали. Будьте благодарны за все хорошее, и с вами это случится. Карта также советует присматриваться к знакам, и они как подсказки наполнения и действий. Не теряйте свою фортуну. Уделите ей большое внимание, уделите ей ценность и дайте это о себе знать. С вами была я, Наталья Гудкова. Пока-пока!